13 марта в 8 утра на четырех площадках города Хасавюрт, таких как стадион «Спартак» имени Арсена Муртазалиева, дворец спорта имени Гамида Гамидова, спортивная школа-интернат и аграрно-экономический колледж, прошли физкультурно-оздоровительные зарядки. Спортивное мероприятие проводилось в рамках запущенной в республике эстафеты «Начни утро с зарядки», принятой от города Каспийск. Ассаламу алейкум, доброе утро, уважаемые хасавюртовцы! Сегодня в городе Хасавюрте проходит республиканская эстафета «За здоровый образ жизни». Начни утро с зарядки. На городском стадионе собрались муниципальные служащие, работники культурных и досуговых центров, спортивных секций, городских ведомств и учреждений, сотрудники правоохранительных органов, управления гражданской обороны, представители студенческой молодежи и школьники, а также рядовые горожане. Всего в акции было задействовано более 2000 человек. В числе участников эстафеты можно было встретить людей разного возраста. В рамках мероприятия присутствующим предстояло провести общую зарядку и пробежаться по беговой дорожке. Напомним, проект «Начни утро с зарядки» стартовал в 2017 году и получил большую популярность во всех регионах России. Акция направлена прежде всего на пропаганду здорового образа жизни и важности утренней зарядки. Свою эстафету Хасавюрт передал остальным городам и районам Дагестана. Передаем нашу эстафету городам и районам Республики Дагестан.